Хей, окей, с вами Шумки, мы продолжаем пройти тюр по названию Under Layless. Under Layless. Короче, мы открыли новую какую-то пещеру. Походу, это и есть те самые катакомбы, о которых тогда шла речь в записях. Но мне главное не дойти до очень опасных мест, потому что... Ну это суицидники, ладно. С них ничего не дают. Хо-хо. Пронесло. Чеки боли. Сенкс. Так, желтая зона, значит, я все нашел. Ну хотя тогда тоже было. Походу, здесь сейчас будет супер подзрывник. Хотя нет. Походу, я туда должен с другой стороны попасть. Ну, тогда мы просто исследуем дальше зону. Поэтому я ставлю на паузу и дальше идем. Ох, короче, еле-еле зачистил здесь место. Здесь, короче, две точки. Это раз. И здоровая вторая. Я не смог вас защитить, простите. Сквернаболи. Еще одна сквернаболи. А это, походу, все-таки спуск у нас вниз. Здесь очень много врагов. Я не знаю, для чего так сделать до хера. Ой, я, походу, не смогу обратно вернуться. Ладно, фиг его. Посмотрим. Так, ну, в принципе, мы открыли проход вниз. Давайте сходим до конца прямо. Я изучу дальше локации, потом уже пойдем вниз. Так, еще нашел одну. Ладно, и так можно подобрать. Слава богу. Ох, нифига. Так, ладненько, ищем еще места. Так, короче, все. У меня на паузе не было. Ладно, тогда я немного пускай так сделаем. Давайте, наверное, я что-то улучшу. У меня 70. Ну, цепь улучшу тогда, давайте ястреба дам. Хотя, давайте сначала цепь. Ух, 90, нифига себе. Но типа пассивный, что не нужно нажимать. Усилит атаку. Так, дальше. Духи. Реликвии. О, у меня уже две еще вместимости есть. Так, быстрое перемещение. Поехали. Куда нам нужно? Сюда. Да. Это у нас локация с болотами. Это локация подземка. Давайте подземку. После подземки мы тогда уже отправимся с вами в лес. Так, надеюсь, это то место. Я понял. Девятнадцатый уровень, как вы видите, у меня уже. Блин, плохо, что делаешь урон по касанию.
это очень плохо. А, стоп, это же снова не туда иду, да? Вот, я помню, что где-то в другом месте мы падали. Пойди вот здесь. Вот оно, да. Так, и здесь сейчас у нас должны быть подзорвники сраные. Но урон у них, в принципе, большой, когда они прыгают. Главное реагировать. Ах ты ж, ё-моё. Да ну, серьезно. Нам, значит, только болото, ребята, идти надо. Но жди, пока я туда тэпнусь. Так, а вот теперь можем стартовать. Начнем тогда с леса. Ну, нам только, в принципе, в лес не нужно, потому что у нас нету способности плавать. Но там, скорее всего, получим. И из-за этих кажется, что я скоро буду подрубать способность. О, нифига себе. А тогда он по одной стрелял. Хо-хо. Вообще неплохо. Это что? Минометчик. Типа зеленые. Не, ладно, показалось. Вниз не упасть, но вниз мне надо. Ведьмин лес. Так, но мне еще не траванули, это хорошо. Я еще не все сделал, что должен был. Ой. У-ху. У-ху-ху-ху. Ой, а чё я отсюда аж начинаю? Ну да, лучше птицу улучшать. Слушайте, если она сразу по 3 удара выстрела делает. Тогда он ли поверху ли мыть? У меня уже 20 уровень. А результатов никаких. То, что мне нужна легендарная душа, чтобы улучшить меч. Может, каждая душа героя дают только одну за прохождение. То есть это игра New, игра New, игра New.
Блин, я понимаю, что вниз как-то можно упасть. Значит, мы туда снова не пойдем. Там, где вода. Нафиг она надо нам. Пофиг мне больше на вашу воду. Зачем делать так, чтобы тебе наносился урон за прикосновение? Враги могут сами тебе... А ну хотя, чтобы... Ну хотя я догадываюсь. Ладно. Тупые ведьмы. Фиг, я буду с вами драться на болотах. Ладно, три удара, ей даются стан. Если я буду первый атаковать, значит она не успеет атаковать. Да. Я, который нечаянно упал. Ага. Допустим. Ого! Здрасте, блядь. Атакуй эту херню нахер. Зачем такие чудовища здесь? Ага, так не работает. Но зато я так могу проплывать. Ну, понятное дело, что я сюда пойду. Скверны боли. Короче, если под ними атаковать... изи. Потому что они тебя сами не атакуют. Ладно, урон мы не получаем от падения. Так, короче, чисто падаю и держусь правой стороны, да? А-а-а! Короче, летим максимально влево. Ugh.
Там недолет, там перелет. Ладно, просто прыгаем с одного прыжка. Оп. Реликвием. Ржавый цветок. Увеличивает урон от атаки, начавшейся под водой. Первый подарок для девочки, воспитанной кругом магов. Когда она стала оскверненной, его смыло дождем с ее руки. На нем была какая-то надпись, но ее уже нельзя разобрать. Увеличится урон от атаки, начавшейся под водой. Короче, это если я буду драться под водой, это очень хороший предмет для меня. Осколок амулета. Подводные жильцы там, наверное, злые будут на меня. Не, хотя если я смогу под водой маневрировать, то будет нормально. Угу. Эти цветы, кажется, я их помню. Где же я их видел? Не знаю, где ты их видел. Восемьдесят урона у меня уже. Ту-ту-ту. Душек древних, блин, хотя бы одну дайте. Так, давайте сначала левую часть. Потом направо. Откуда вообще-то тропинка взялась? О, нифига себе. Окей. Тупая псина. О! И урон принял. Это иное место.
А, это там, где падал, да? Ой-ой-ой. Все, я понял. Ну да, мне нужно научиться плавать. И мне нужно либо рывок вверх, потому что есть, кажется, три участка, где мне нужно еще немного вверх слететь. Там сундук, души и еще что-то я не помню. Видел раньше эти деревья. Не знаю, где ты их видел, черный рыцарь. Так, сохраниться. Уйти. Памятка круга. Круг магов. Место, где собираются ищущие магии и знаний из бездны, и куда никто, кроме магов, входить не может. Маги помогают белым церкви, откликнувшись на призыв усмирить оскверненных. Условия вступления. Рекомендация нескольких магов запрещено. Некромантия и другой запретной магии. Использование оружия. Передача информации другим странам. Ну, окей. Круг магов находится где-то внизу. Похоже, его полностью затопило, но другого пути нет. Ага. Ой, ты еще ж мне цепь надо. О, нифига себе. Да, под них, под ними надо находиться, чтобы урон. Так, окей, значит, идем на в левую сторону. А, наверх. Ну, по-любому здесь будет ведьма. Ну, типа, да. Главная ведьма всего этого места. Ау-ау-ау-ау. Так, там еще выше есть. По цепям, по цепям. Так, чуть не отлетел. Но жить можно. Там какая-то новая ведьма, зеленая. Так, запоминаем, что это... О! Бля! В натуре! Жесть! Ладно, давайте тогда не будем отвлекаться на воронов, а сразу полезем наверх. Так, а вопрос, а как я туда залез?
Так, давай сначала, значит, вправо сходим, посмотрим, что здесь. Здесь у нас ничего, но там можно сломать. Сраную челюсти. Вот, видите, новая ведьма какая-то. Тупо мимик. Походу это будет мини-босс. Ведьма это. Грибной маг. Да? Я бы скоро с ней встретилась. Плевать с кем. Птица хорошая все-таки. Грибной маг. Выпускает ядовитый туман, который со временем ослабляет врагов и от которого нет защиты. Он вернулся за пределы после странствий, в которых узнал много нового. Но до... ждавший его возлюбленной из грума магов, добраться не смог. Так, хорошо, тогда у нас получается туман, я смогу поставить... Давайте на F здесь вместо дубинки поставим лучше этот. Меч. Любовное письмо. Любимый, прочитав твое письмо, сразу же захотелось вернуться домой. За полгода путешествий я узнал много того, чему в круге магов научить бы не смогут. Увидев раскаленные пустыни и невиданные животных, я так много хочу рассказать тебе. Скоро уже вернусь и привезу тебе гостинцев. Люблю тебя, Мелвилл. О, я чуть не просрал. Так, стоять, цветочек. Так, это мы место все исследовали. Не, я их поубиваю. А хотя смысл? Ладно, не буду убивать. Ой. Хотя по девятке дает. Так, хорошо, сокращение пути открыл.
Так, это походу падение вниз не очень-то хорошее. Ну, типа, я вижу, там есть проход по мини-карте. Ну, я думаю, лучше туда не прыгать. Третий уровень у меня уже. 6. Огненные ведьмы. В смысле? А, мне нужно было типа перепрыгнуть? Странное место. А, короче, тут просто цепи нету, поэтому я туда попасть никак не смогу. Нам только вниз. Ну, если только вниз, то го вниз. О, здесь вода идет в обратную сторону. Ля, классно. Хе. Нет, в натуре задумка неплохая. Разбилась, развалилась. О, да. Да-да. Круг магов пошел ко дну. Ха! В прямом смысле этого слова. Пошел ко дну. Ага. Нифига, запомню. Так, давайте еще раз попробуем по воде вверх полезть. А хотя я же здесь, да, был? А дальше там воды такой никакой нету. Воу. Травянистая леди. Так, подожди, давай я сначала посмотрю, что здесь. Ух, три развилки. А, там и сейф-зона как раз. Окей. Сундук. Кольцо Манисы немного увеличит количество раз использования духа. Реликвия древнего народа, хранившаяся в кругу магов. Старое кольцо, которое берегли девушки, любившие цветы. В руках белой жрицы оно испускает сияние и получает колдовские силы. Спасибо. Изи, мои новые предметы. Вот сюда, допустим, нужно... Вот видите, сюда, допустим, мне нужен тройной прыжок, либо рывок вверх. Да и тут, в принципе.
Да везде, в большинство местах. Медузя локация. Окей, души. Давай я тогда тебя ставлю вот сюда. На ястреб пускай здесь все еще будет. Двоечку забираешь. Увеличит урон в воде. Немного увеличит количество. Ну, такой. Коллекция. Стоять. Чуть не забыл сохраниться. Так, сразу давай смотреть, куда мы можем пойти. Прочитать. Записка магам. Я изучал древнее колдовство, и есть вероятность, что проклятие бессмертия, называемое скверн, является одной из видов колдовства, которым владел древний народ. Мне удалось бы больше приблизиться к разгадке, если бы мне удалось ознакомиться с древними книгами из оскверненных земель. Хотя, ладно, давайте сюда зайдем, посмотрим, может это... А, нет, не зайдем. Водичка ядовитая. Водичка-то ядовитая. Готово. Фух. Там еще где-то одна, а вижу. Слишком много мест, куда можно пойти. Так, это лифт. Это я понял. Камни, камни, камни. А упасть в воду, в эту опасно. Ну давайте спустимся просто так, посмотрим, почему бы нет. Да, ёбаный в рот. Надо осторожнее здесь лазить. Фиг пойми, куда иду. Вау. Да, ну...
Плавать еще не можем. Не забываем. Не, что-то локация слишком здоровая. Ага. Один рычаг я открыл. Непонятно. А, я понял. Нет, я не понял. Зачем так запутывать? Ладно, давайте полностью уже поднимем этот непонятное место. Так что я куда-то просто вглубь еду. А куда я еду? Ну, а кто его знает? Хорошо. Что кругу, что стране, всему конец. О, я зачистил. Хотя там справа еще целая что-то территория какая-то здоровая. Еще одна территория сейва. Ой, короче, давайте, я думаю, здесь отдохну. Поэтому здесь мы и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.